Всем привет! Давненько у меня не было на канале обзоров, и вот сегодня как раз настал тот день. Заказывал эту посылку не я, а мой брат. Как вы уже догадались, сегодня рассмотрим китайскую автомагнитолу. Также мне очень интересно, сколько ватт выходной мощности выдают магнитола. Это мы тоже с вами проверим и постараемся ее доработать. Мой коллега по цеху не так давно снимал обзор на почти такую же магнитолу, но подробно рассказывал обо всех функциях данного девайса, и я думаю, сильно заострять внимание на всех мелочах не будем. Нас сегодня больше всего интересует мощность. Поставляется устройство в коробке из плотного картона, есть доставка из России, и доставили это чудо до двери курьером за 4 дня. Ну и ссылка на товар, как всегда, в описании к этому видеоролику. Подофа или Подофо, не знаю, к сожалению, как правильно, но это все-таки китайский бренд. И он выпускает не только автомагнитолы, но и еще кучу всякой автомобильной электроники. Упаковано все нормально, думаю, что даже если бы Почта России доставлялся этот товар, то, наверное, сильно бы он не пострадал. В комплекте идут универсальные разъемы для подключения, пульт дистанционного управления, что удивительно, но даже батарейка установлена. А также две инструкции, одна на английском и одна на русском языке. Ну и сама магнитола. На внешний вид очень даже неплохо выглядит. С левой стороны сверху вниз располагаются микрофон, инфракрасный датчик, кнопка переключения трека назад, кнопка включения, она же кнопка выбора режимов. При длительном нажатии на данную кнопку магнитола включается, соответственно, и выключается. А при кратковременном нажатии происходит смена режимов. Под ней идет кнопка переключения трека вперед. Затем энкодер, он же регулятор громкости и действует как кнопка отключения звука. Слот для microSD карточек, разъем под джек 3,5 мм, он же AUX, и USB разъем для подключения флешки или телефона посредством USB интерфейса. На нижней части имеется наклейка с распиновкой всех выходов и входов. Разберется, думаю, каждый любитель. На тыльной стороне располагаются разъемы для подключения питания и всего прочего. Линейные выходы, видеовыходы, вход для камеры заднего вида, а также еще один видеовход, в который можно подключить, например, камеру переднего вида. Разъем для подключения антенны и отверстие со странной надписью GPS. Видимо, штампуют одни и те же корпуса для разных моделей. Ну и давайте будем пробовать включать. Для подключения нам нужны красный и желтый провод кинуть на плюс, а черный на минус. Запитываю от самодельного источника питания. Напряжение на нем выставлено 12 вольт. Подключаем, и сразу же высвечивается заставка в виде времени и даты. Запускаем, и по умолчанию включается радио. Если бы была установлена флешка или карта памяти, то по умолчанию воспроизводилась бы музыка. Как уже говорил выше, энкодер выполняет функцию отключения звука при нажатии на него. Русский язык в настройках присутствует, и это радует. Настроек тут в принципе не так уж и много, но они и ни к чему. Самое главное, чтоб играло. На борту имеется Bluetooth, посредством которого можно звонить. Для этого предусмотрен микрофон на лицевой панели, а также воспроизводить музыкальные композиции. Яркость, контрастность и прочее можно настроить под себя, а также можно изменить фон самого экрана. В принципе, есть все, что нужно. К данному устройству, как уже говорил, можно подключить камеру заднего вида, и это мы сейчас с вами сделаем. Данная камера была приобретена в магазине CityLink, и это ни разу не реклама. Можно было заказать этот аппарат уже с камерой заднего вида в комплекте, но вроде как по отзывам пишут, что у камеры там качество не очень. С этой же камерой в комплекте еще идет и коронка для сверления отверстия под установку девайса. Также в комплекте провода для питания и сигнальный провод. Подключается камера несложно, нужно подать питание, я буду ее запитывать от 12-вольтового блока питания, разъем как раз подходит. Сигнальный провод подключаем с тыльной стороны в гнездо с надписью Come In. И для того, чтобы камера заработала, нужно в моем случае на оранжевый провод Back In подать плюс 12 вольт. Этот провод подключается к фонарю заднего хода. Качество передачи картинки у этой камеры хорошее. Мне очень даже нравится.
На AliExpress можно, кстати, приобрести камеру заднего вида на любой вкус. Ссылка сами знаете где. Еще некоторые пишут в комментариях, что я не озвучиваю цену на товар. Я вам скажу так, на AliExpress цены постоянно меняются, и я не могу гарантировать, что если неделю назад я купил ее за 2000 рублей, то и сейчас она также стоит. Ну, в общем, не суть. По ссылочке в описании перейдите и посмотрите, сколько стоит. Думаю, что это не займет много времени. С камерой разобрались, решил я немного проверить пульт, особо много зацикливаться на этом не стал, так просто проверил на работоспособность. Пульт, если что, работает. Ну вот, подбираемся потихоньку к самому интересному. Уже подготовил я осциллограф, но сначала включу вам музыку и вы послушаете, а то опять напишут в комментариях, что даже не дал послушать. Также можно просматривать фотографии и картинки. Они переключаются автоматически в режиме слайд-шоу. Качество дисплея, кстати, нормальное для своей цены. Видеоролики тоже можно просматривать, но почему-то забыл вам показать. Но я думаю, ничего страшного в этом нет. Ну и давайте уже замерять мощность на выходе. Будем замерять с нагрузкой 8 и 4 Ом. Параллельно резистору подключаю осциллограф и мультиметр в режиме измерения переменного напряжения. А вы когда-нибудь занимались чем-то подобным? Замеряли мощность усилителя магнитолы? Напишите об этом в комментариях. Мне будет интересно почитать об этом. Сигнал частотой в 1000 Гц я буду подавать с телефона через AUX вход. Постепенно прибавляю громкость и смотрим сигнал на выходе без клиппинга на дисплее осциллографа. Без клиппинга на выходе удалось получить 6,8 вольта. Посчитаем мощность. Для этого квадрат напряжения делим на сопротивление. Итого получаем чистыми 5,7 ватт на канал. Это при 8-омной нагрузке. Теперь проделываем ту же операцию с 4-омной нагрузкой. Не попал в кадр мультиметр, но при 4-омной нагрузке удалось добиться на выходе чуть больше 6 вольт. Это примерно 9 ватт на канал. Давайте уже наконец-то попробуем доработать этот аппарат, как советуют многие. Для этого, конечно же, потребуется разобрать корпус. 4 винта находятся по бокам, откручиваю их и снимается передняя панель. Отключаем 3 шлейфа от платы и убираем переднюю часть подальше, дабы ее не уронить и не повредить. Откручиваем 5 винтов на задней крышке. Кстати, задняя крышка служит радиатором охлаждения и выполнена, по-моему, из дюр-алюминия. Извлекаем плату и, как можете заметить, китайцы пожалели термопасты. Да и термопасты это назвать трудно, какой-то слишком жидкий состав. Что нам предстоит сделать? А предстоит нам следующее. Выпаиваем микросхему усилителя, это та, которая самая большая и крепится на радиатор. Это TDA7388. Из даташита на этот усилитель видим, что он способен выдать при напряжении 14,4 вольта, это нормальное напряжение для бортовой сети автомобиля, 26 ватт на канал при 4-омной нагрузке. То есть 4 канала по 26 ватт каждый. А также заменим вот этот самый большой конденсатор на 2200 микрофарад, на конденсатор с большей емкостью.
А что из этого получится, ну, узнаем чуть позже. Выпаивать микросхему можно несколькими способами. Можно паяльником, оловоотсосом или, как я, паяльным феном. Постепенно прогреваем все выводы и извлекаем ее. Далее, с помощью вот такой оплеточки, предварительно нанеся на нее флюс, избавляемся от излишек припоя. Выпаиваем конденсатор с помощью паяльника и также удаляем лишний припой. Отработанный флюс, в моем случае LTI-120, хорошо отмывается бензином калоши или водой. Ну и на что же мы поменяем усилитель? А заменим мы его на TDA-7560. Из даташита видим, что его характеристики не настолько уж отличаются от старого усилителя, всего на 4 Вт. Но преимущество данного усилителя в том, что он может работать и при двухомной нагрузке, чего нельзя сказать про TDA-7388. Кстати, TDA-7560 можно купить на AliExpress, ссылку также вам оставлю в описании. Там в разы дешевле можно купить радиодетали, нежели в радиомагазине. А конденсатор я поставлю на 10 000 микрофарад. Он, конечно, больше размером, но я думаю, разместим как-нибудь. Ну и вооружившись паяльником и припоем, спаиваем все на свои места. После пайки не забываем отмыть отработанный флюс. Конденсатор в корпус не помещался, пришлось положить его вот таким образом. На работоспособность не повлияет. Ну и удаляем старую термопасту, если ее можно так назвать. Перед сборкой не забываем нанести новую термопасту. Я использую термопасту КПТ-19, продается в радиомагазине. Ну и собираем все на свои места. Процесс сборки показывать не стал, так как ничего сложного в этом нет. Собирается все в обратной последовательности. Давайте теперь замерять, изменилось ли у нас что-нибудь или нет. Тестировать будем с 8, 4 и 2-омной нагрузкой. При 8-омной нагрузке получилось на выходе 7,8 вольт. Считаем и получаем чуть больше 7,5 ватт на канал. Со старым усилителем было 5,7 ватт. Прибавилось 2 ватта мощность. С нагрузкой в 4 Ом получаем 6,4 вольта. Считаем и получаем чуть больше 10 ватт на канал. Но тоже прибавилось мощности почти на 2 ватта. И давайте с 2-омной нагрузкой. Для этого я спаял 2 4-омных резистора параллельно и пробуем. Получаем 5,4 вольта. Считаем и получается 14 чистых ватт на канал. Мне вот интересно, все ли магнитолы выдают такую маленькую мощность? Если знаете, то пишите об этом в комментариях. Если что, я подключал эту магнитолу к 8-омным колонкам. Кстати, после замены усилителя, то ли звук стал чище, то ли мне так показалось. Ну, как говорится, попытка не пытка. Попытались доработать, доработали немного, пару ватт на канал прибавили, и то радует. В принципе, для своей стоимости аппарат хороший. Что вы думаете по поводу данного девайса? Есть ли у кого-нибудь опыт использования такого проигрывателя? Ну и если это видео было вам хоть чем-то полезным, то не забудьте оценить его своим лайком, а также поделиться им со своими друзьями. Наверняка им будет интересен данный видеоролик. Все ссылки, как всегда, в описании. Подписывайтесь на канал, если вы не сделали это раньше, и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы никогда не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был Иван, до скорых встреч, пока-пока.